Находимся на улице Промышленная. Спускаемся вниз к улице Орджоникидзе. Сегодня 21 ноября 2023 год. После затяжных дождей подсохло, но и похолодало. Подъезжаем к середине улицы Орджоникидзе. Проедем по этой улице сперва северо-западном направлении, а затем юго-восточном. Общая протяженность этой улицы 3510 метров. Пересекается улица Орджоникидзе с 14 улицами. Расположено на этой улице 80 домов. С 1918 года это бывшая трактовая улица. А в 1937 году она была переименована в честь советского государственного деятеля Орджоникидзе. В этой части улицы левая сторона относится к южному жилому району, а правая – к микрорайону Ключевой поселок.
примыкая к улице Советская, улица Орджоникидзе закончилась. Здесь мы подзаправимся и вернемся на улицу Орджоникидзе.
Улица Промышленная. Проезжаем место въезда на улицу Орджоникидзе. Продолжаем движение по второй половине улицы Орджоникидзе. На этом участке улицы по правую сторону расположен промышленный узел Фози. Yeah.
to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Подъехали к пересечению улиц 40 лет Победы и Камбарская улица. Улица Орджоникидзе здесь закончилась. Здесь нам как-то надо развернуться в обратную сторону. Пересечение U-образной формы. Непонятно, как развернуться. Сзади поджимают. Поехали на улицу 40 лет Победы. Развернувшись на улице 40 лет Победы, возвращаемся на улицу Орджоникидзе. Staying up when I go out, you gotta know.
Вернулись на улицу Промышленная.
again. Stop.